еще полезный навык бегать на корде вокруг меня, когда я не меняю своего положения. То есть лошадь, по сути, выполняет команду по принципу получила команду и выполняет ее до поступления следующей. То есть пока с моей стороны не будет никаких команд, она будет просто бежать. Очень часто лошади сзади человека начинают к нему приближаться или переходить на другой олюр. Ставим стик для контроля своего положения. Опираем его на себя. В случае того, если лошадь перейдет на ненужный нам олюр, мы его используем в качестве усилителя команды. Давай, ходи. Для контроля будем просить от лошади 3 равномерных круга. Раз. Чтобы она бежала, не меняя олюр, не приближаясь ко мне. Чуть приблизилась, стиком подсказали. И она бежит себе дальше. Краем глаза наблюдаем. В принципе, еще помогает корда. Если она сильно натягивается или сильно провисает, нужно подкорректировать лошадь. В этом углу она больше приближается ко мне, поэтому шуршу по гелику. Когда она пробежала нужное количество кругов, останавливаю ее откидом зада. Молодец. То же самое в другую сторону. Давай, стой. Ара. Предположим, она пробежала уже 3 круга. Ара. Если зайдет, отсылаем ее чуть-чуть на круг. Давай, зай. Да. То же самое галоп. То есть лошадь выполняет команду до того, как поступила следующая. Давай, зай, давай, молодец, круто. Хорошо. Ну, вверх, что такое, дают. Давай. Это был хулиганство, но пусть будет. Хорошо, зай, давай. И лучше всего останавливать, пока лошадь у нас передо мной. Хорошо. Чтобы не менять своего положения относительно коня.